Вот я хочу, допустим, задонатить. Это реально робуксы? Ну, что? Да, такие вещи, за которые тебя потом забанить могут. Ничего себе, а ну-ка пойдем. Я люблю женщин, задонать, если тоже любишь женщин. Я думаю, блин, нормально. Кто хочет фирменную одежду в Роблоксе от Йоши? Я, ребята, мы с Ланой пришли в игру, которая называется «Пожалуйста, задонатьте». Ну, почти так. Ага. Please donate называется, по-моему. И знаете, это одна из тех игр, где мне было, типа, реально интересно зайти. Как это работает, что это тут вообще происходит и все такое. Поэтому погнали посмотрим, что там хотят вообще. Я, честно, не заходил, не смотрел и... Ой, подожди. Ладно, этого у вас не будет, но тут играет музыка. Я даже не знаю, ага. Это у него играет. Ты слышишь? А, это здесь. А как его выключить? Может только поменять, а, нет, можно только поменять, скорее всего, за деньги. И то дорого. Да, уже надо кому-то please donate яблоко, сделать, яблоко, так сказать. Яблоко не дают даже за деньги. Яблоко, где яблоко? А, ну, яблоко, блядь. Слышь, мы не разобрались до сих пор в смысле вообще этой игры, смотри. Ну, смотри, стоят ребятки, продают лимонад невидимый, как? И вот этот вот уже 50 робоксов себе насобирал, вот этот 0 робоксов, вот этот 290 робоксов. Сейчас, ой, подожди. На решеточке. Решеточке, слушай, ну... Донать, Лана? У тебя нет кнопок. Донать. А, да? Сейчас, да. Подожди. Сейчас, подожди, а как сделать? А как сделать, чтобы дышать, чтобы мне задонатили? Я ж нажал уже, подожди, а как? А куда нажимать? Я хочу, чтобы мне задонатили. Где? Так, ладно, я попробую сюда вот встать. А чё тут как? Ладно, дай денег. Подожди, куда ты лезешь? Подожди. Тебя некуда давать денег. Вот посмотри, вот у этого есть. Можно дать 5, 10, 25, 50, 5, 10. А у тебя нельзя. Так, здесь чел не хочет работать и говорит, пожалуйста, дайте денег. А здесь просят на скин мечты. Здесь что-то со Squid Game, и это, видимо, работает неплохо. Ну, допустим, вот я хочу, допустим, задонатить. Это реально робуксы? Ну, что? Да, только тебе нельзя. Подожди, это реально? Допустим, давай за 4. Реально? Это реально так работает? 290 робоксов? Что? Я думал, это, знаете, это как попытный этот симулятор, типа, где, ну, ты просто в игре находишься какое-то время. Ага. И, соответственно, там тебе что-то... Смотри, чел вообще просто гоняет, он вообще без комплексов. Смотри, что нормально, делает, смотри. Нормально, можно прям вот так... Turkish Airlines. Турецкие авиалинии. Неплохо, неплохо. Да, неплохо. Йоши, у тебя у единственного нет монеток. Вот тут у меня есть монетки. Мне можно задонатить. Не донатьте. Я думаю, у кого такой гениальный просто этот титул, типа название. Просто гений мысли. О, подожди, видел. Во, вот так. Да что ж такое? Ладно, куда ты потом нажала? Я не нажала. У меня сразу появилось 5 и 5, я их вообще не трогала. Чего? Как денег? А ну-ка, подожди. Сейчас. Оп. Оп. Ну-ка. И опа. Ты зачем? Ты куда за... Йоши. Я случайно, ладно, ну так вышло. Ты... Капец. Так. Во-первых, там написано «не донатьте», а во-вторых, я не как умею я читать. Узнаю, что мне пришли эти робоксы? Я не знаю, я купил твой предмет. Йоши, но мне не пришли робоксы. Ну, может, как-нибудь потом. Нет. Вообще, у меня есть теория, это за предметы, которые у тебя продаются. Мне кажется так, потому что иначе, я как бы работала иначе, типа... Так, Йоши, да, может быть. Иди быстренько проверяй свой инвентарь, какую из кофточек ты купил. А одна у тебя только, которая с листиками, а другая у тебя... У меня не две с листиками. Да, но одну... Одна короткая, другая длинная. Сейчас, подожди. Вот эту купил сейчас. Одевай. Правильно говорить, надевай. Да. Вот это, смотри. Где? О-о-о!
Длинную версию купил, длинную. Но тебе она как раз больше подходит, мне кажется. Спасибо, Лана, очень-очень приятно. Пожалуйста. Получается, что ребята здесь продают что-то из инвентаря, так? Да, но ты не знаешь, что ты покупаешь. Бабло. Хочешь, купим что-нибудь и узнаем, что мы купили. Хотя... Ёша, подожди, где ты? Ёша. Я покупаю тут что-то. Ты что-то покупаешь? Не-не, я не покупаю, я просто смотрю. Ёша, я тебя хотела предостеречь. Так, слушаю потому тебя. Потому что... Дело в том, что иногда в магазине Roblox есть такие вещи, за которые тебя потом забанить могут. Ничего себе. А ну-ка пойдем посмотрим, есть ли тут такие вещи. Я просто видела, вот. Видела. Где, я. Здесь уже? Нет, я когда костюмы искала, я иногда такие костюмы видела, что их потом явно удалили из Roblox, но мне кажется, что получили все, и те, кто носил, и те, кто просто купил их ради какой-то шутки. Так что ты осторожнее. А здесь прикольная футба за 25 кста. А... Там фин. Так, подожди, а откуда ты знаешь, ты когда... Я нажимаю, типа, на покупку, и там высвечивается, что ты можешь купить. Всё, тогда нормально. А что за полтосик у тебя? А, просто ничего. Не, чел, так это не работает, видимо. Так, все, что у тебя тут? Вот у тебя. Что у тебя здесь? А можно? Сколько у тебя? 9... Ого! Ёж, так это ж как это... Ой, за 25, посмотри, там какая собачка, как будто в стиральной машине. Итем стоит больше робуксов, чем ты можешь потратить, типа, ну, как это работает? Ёж, у нас тут агрессивная реклама. Can you visit my store? Ага, это, знаете, это как вот подходит консультант просто в магазине и начинает на тебя давить. Так, что у тебя есть? Может быть, вам помочь выбрать носки вот эти вот, те самые спортивные? Зеленый в крапинку. Я уверен, что я вам помогу. Он машет. Где? Мне. Слушай, Ёша, ну я не знаю. Мне не нравятся его вещи. Они дорогие, они не стоят того. Да? Угу. Ну, за 20-ку вроде прикольное, что-то черненькое. Я тебе хочешь такую сделаю, она будет стоить 5. 5 будет стоить, не 20. Ладно, 5. Ну я в тебя верю. Ёша, я против одежды, которая стоит в Роблоксе дороже 5 робоксов. Блин, сейчас кто-то обрезает это в ТикТок. Ёша, я против одежды, знаете, такие петиции, всю одежду сжечь. Ходим теперь только в шкурах мамонта, я не знаю, ну, короче говоря. Слушай, а это ведь реальная игра для тебя, потому что ты можешь здесь просто поставить свой бутик модной одежды и, получается, продавать чудесную одежду. Вот нас вот этот вот парень зовет, говорит, может, посмотрите мою одежду. Показывай, какой, который? Вот этот. Давай посмотрим, что он. А где? Да вот он стоит тут, я не знаю, где. Где его магаз? Так отводи нас к магазину, нет? Может, он пишет что-то. Ладно, я найду его магаз. К Пабло. Пабло. Тут какой-то огромный ник, вроде это не его ник. Так, не его. У него вообще есть магазин? А, вот, ладно, у него там, вон, за пятюню что-то. Он 25 робуксов заработал уже. Давай посмотрим. Пума! Такое что-то совсем прям, ну, чел, не пойдет. Тут, а ну, что тут рядышком? 250 робуксов. Причем, Ёж, я же тебя еще научу. Фигня какая-то. Вот то, что у него за 5, это не футболка. Это должно стоить 2. Это картиночка. Она может даже бесплатной быть, поэтому 5 для нее это очень-очень дорого. Так тут и нет 5. У того вот этого пума. А, в смысле? А, я понял, я думал, ты про этого. О, чел, просто, а что у тебя тут еще? Ай, дай попаду. А, это он. А, это переносная вот эта вот лавка. Короче, я думал, что здесь... Ну, рассказываю, чего я ожидал от этой игры по названию. Я думал, что здесь игра будет наподобие вот попыт обмена, вот этого вот попыт трейдинг, там все такое. И в чем будет смысл? Ты, типа, находишься в игре, и у тебя будет сверху написано, там, типа, я собираю деньги, типа, на скейт, например, я не знаю. Вот, и люди такие идут, и, о, да, ему надо на скейт. Да, действительно, я дам ему свои деньги, которые... Я тоже заработал вот так, вот таким образом. Я думал, это что-то типа симулятора, не знаю, бездомного, типа около того, знаешь. Вот, а здесь серьезный бизнес, серьезные дела делаются. Причем по-настоящему здесь продаются вещи. Это прям прикольно, я бы сказал. Ну, смотри, я вот у вот этой вот девочки готова купить за 5 робоксов кофту, потому что она реально старалась. Алло,
Алло. А, слушай, прикольно, да, действительно. Вот. Интересно, что-то в этом есть. Я куплю. Я ты купила. Купишь? Ты прям купишь? Я купила у нее за 5 вот. Видишь, видишь, у нее денежки полетели. У меня есть полетели, бейдж. Да. Смотри, а чувак тут заработал 775. Этот чувак заработал 2861. Чего? Этот, ну, у него написано... Этот ник... Он ушел. Там было написано, типа... Я люблю женщин. Задонать, если тоже любишь женщин. Я думаю, блин, нормально. Просто байтит, блин, реально байтит. Так, а тут что чел пишет? Я и мой друг, мы начали... Я опять, почему я опять перевожу так, как будто это фильм в 90-х просто? Хай, да мы с тобой виделись уже. У тебя, блин, пума. Оставь себе свою пуму. Так, короче, они начали бизнес, типа, с вещами. И хотят разрабатывать игры, и им нужны робоксы для рекламы. Если типа задонатишь, ты хороший. Но что это много для них значит. Что продается? За сотню, что продается? Невидимые какие-то штуки, я не понимаю, Ёша. Биг Доно, что такое Биг Доно? Я не знаю, это донат просто какой-то. А, донейшены просто. Бесплатный какой-то невидимый. Я, кстати, купила у той девочки кофту, я ее надела, сейчас тебе покажу. Ну, слушай. Да, неплохая вполне, кофта. Да, я посмотрю, вполне себе. Даже текстура есть, себе. Видишь, не просто цвет, да, а как будто да. Она из ткани. В общем, постаралась и, да, получила свои 5 робоксов, мне кажется, честно. Ставим класс, ребят, за такую штуку, прям вообще. Кстати, мне идет, Лан, оцени. Тебе очень идет, нереальный рисунок карандашом. Как ты был, пожалуйста. Я помню, что обещала сделать тебе одежду, я очень стараюсь, но это сложно. Было дело, Лана, было дело, да. Это ты такое... можешь, знаешь, Ёж, я придумала очень легко одежду из реальной жизни. Ой, F. Ой, F. Очень легко одежду из реальной жизни в Roblox переносить. Поэтому, если ты хочешь, чтобы я что-то твое настоящее залепила, ты мне просто фотографируй. Пришли одежду. Сделаю. Пришли одежду, тут, я сделаю. И тут надо вставить тот момент. Я против одежды. Типа. Ёж, я против одежды. Просто вот этот вот. Подожди, что? Что? Дико извиняюсь, но посмотри на это. Чего? 11 миллиардов. А не миллионов? Нет. Я думал, миллионов. Я думал, миллионов. Вот, нет, вот не, М. Не, смотри. Так не, вот, смотри, 1 вот, миллион. Вот, нет, смотри, Ёши. Это тысяча, а это миллион. А почему? Нет. 1 миллион. Нет, это... А, это тысячи. Миллиард, ты думаешь? Да. Ну, разве можно столько задонатить? Это вообще реально? Ёши, но у робоксов нет копеек. Смотри. У робоксов нет копеек, понимаешь? Смотри. Что? Я задонатил 999 миллионов. Ты задонатил? Да не я, вот первое да. Это. Да это, мне кажется, фейки какие-то. А ну, как? Типа, просто в игре ты сразу там долбанули. Ну, это же нереально. Ну, это нереально, конечно. Но у робоксов это нет копеек, жесть. Поэтому вот 300 тысяч, это 300 тысяч. Ну нет копеек у робоксов, робоксы не делятся да, на копейки, нельзя разменять робоксы. Вон, посмотри, видишь, монета, уже целая монета, большая, нельзя ее да, разменять. Да, ее нельзя разделить, я вот. Понимаю тебя, да, не получится ее разделить, да, это логично. Да. Ну типа, знаешь, по-моему, было бы забавно, что ты приходишь в магазик, ну типа, вот в такой вот, ты говоришь, у меня 5000 робоксов, пожалуйста, разменяйте мне по копеечкам. Мне вот у вас шмоточка за 5, да. Вы мне дайте 4990 и 5 копеечками. По-моему, очень даже неплохо. Так, а мы... Мы, может, вот... А. Вот у него за 5, я не понимаю немножечко. За сотню такое себе. Он сотню, кстати говоря, собрал, возможно, одной сотней. Может быть. Но в этом итами ничего хорошего. О, кит вот этот смешной. Ну, он не стоит 5 или 15. 15 тем более. Опять этот просто чел. Да. Просто чел. Ребят, я придумал, я могу, знаете, что могу продавать? Я могу продавать... вы видели? Короче, если вы еще не зашли в Дискорд, зайдите в Дискорд. Первая ссылка в описании. Или вторая. Ну, там где-то там первая, вторая. Короче, я иногда дурею и начинаю рисовать стикеры для Дискорда. Они абсолютно ужасные, они абсолютно странные. Ну, типа, всем нравится, насколько я видел. Ну, нет, ладно, нет, абсолютно не всем нравится. Но мне нравится. Кому, давайте так, чтобы по-честному, кому-то точно нравится. Вот, и мне дико смешно с того, что их используют, и, в принципе, я тоже их использую.
Я могу, знаешь, я могу, типа, создать одежду, просто прилепив вот это вот. Класс, хочешь, я тебе помогу? Эти, это будет эти очень лица круто. Отвратительные, серьезно, есть... Ёжи, создадим тебе бренд. А ты вот смеешься, а зря ты смеешься. Такие вещи становятся очень популярными. Вот поверь мне, это как, знаешь, такие стильные раньше были какие-то спортивные костюмы вот со всякими странными принтами. Вот это то, что нужно. Мне кажется, аудитория готова к таким вещам, поэтому ты меня зови, я тебе помогу. Будем делать пижамы с смайликами. У нас есть плакич. Это такой плачущий чувак. Он сейчас появится. Появится, да, насколько я понимаю? Надеюсь, да. У нас есть Удивлякич. Ага. Он такой, типа, вот так вот делает. И у нас есть Злюкич. Он злится, он люто злой чел, он прям такой, злюка, прям злюка. Еще там есть Роза и Пупсич. Пупсич — это, короче, котенок черный, но его не будет видно, но он классный, он классный. А, вот, Роза, она просто недовольная всегда, в общем, там даже истории о них составлялись полноценные, прям вообще классные. И, разумеется, изюминка моей коллекции — это злысик, это злой лысик. Есть у нас в Дискорде есть стикер, типа, ну, эмодзи, смайлик, как угодно называйте, лысик. Есть с волосами, но есть лысик. А есть злысик, это лысый, злой чувачок. Вот, злысик — это легенда, кстати говоря. А есть еще более легендарная легенда, он просто называется злой. Это мой старый типа рисунок, вот. Он вообще очень странно выглядит, он вообще прям реально злой. Там смотришь и думаешь, он злой, вот. Так что да, могу просто нацеплять вот таких приколов на одежду и рекламировать, надев на себя. Я считаю, что это должны быть что-то типа спортивных костюмов в желтом и розовом цвете, потому что в основном эти ребятки, они фиолетовые, они будут идеально просто смотреться. Короче, мы с тобой это сделаем. Ребят, ставьте лайки, кто хочет фирменную одежду в Роблоксе от Ёши, с не просто фирменную, вот как я сделала, да, там налепила существующих штук, а Ёши сам ее нарисовал, и мы, короче, сфотографируем ткань и сделаем фон, и будет круто. Это будет ужасно. Меня интересует вопрос, вот здесь Белуга продает за сотню, но 30 робуксов Рейзет, так сказать, заработано. А, просто был итем какой-то другой, да, наверное? Ну вот да, может, он этому сумму поднял, у него за 30 Пабло. Купили, он такой, о, за 30 купили. Странно, что у Пабло типа, о, я покупаю. Это ты? Да, у него, в принципе, пойдет одежда, мне так нравится. Так я и хотел сказать, что типа прикольная, ну, одежда, но у него типа 0, а уже 10. Это я купила. Лана тратит свои миллиарды робуксов, да, заработанные. Ну, только на то, что заслужено. Вот когда десяточку ставят одежде, которая стоит 5, я не доначу. А вот когда 5, тогда это честно. Меня интересует вопрос, почему костюм белого мишки стоит дороже, чем костюм... Я тоже не понимаю. Чем костюм коричневого медведя. Хоть мне и больше понравился костюм белого мишки, он бы мне подошел сюда в скин этот. Я купила тот, что дешевле, потому что я придерживаюсь мнения, что одежду в Роблоксе нельзя продавать дороже 5 робоксов. Ну, блин, смотря какая... О, у меня но, крутые знаешь, глаза, смотри, с такая... другой стороны... У меня что-то купили? Очень удивлена. За косарь купить что-то? Нет. Ёша, ну знаешь, на самом деле, я вот что еще хочу сказать. Вот ему я задонатила 10 робоксов, но на самом деле у него только 6 от моих робоксов. Роблокс забрал 4. Слезка потекла, да. Ну, Роблокс такой, на самом-то деле. Он жадина, немножечко да. наглеет. Да. Как бы человек, значит, рисовал, старался, делал. А они такие, ну что, я, получается, у тебя что забираю? Да. 40% забираю у тебя, так получается. Ну, и думаешь, с чего бы? Ну, ладно, забери 10. Там что, мало получается денег или как? Что это такое? Ну, короче, очень странно это работает. Это какая-то обдираловка, честно говоря. Да, пишите там петиции, чтобы... Роблокс так не офигевал. Ладно. О, вот. Донать, если тебе нравятся женщины, девушки. Ну, а мы тут уже были. Да? Да. Ладно, проблема, у меня нет Роблокса. Ну,
значит, ты сегодня не донатишь. Ладно. Ты мне задонатил, все, спасибо тебе на этом. Это будет считаться, это засчитается или нет? Ну, вообще, да, пойдет. Ладно, просто нет робокса. Это проблема, да. Она может задонатить. Нет, не надо. Так, а мы прошли всех, по-моему, на этом сервере, да? Ну, слушайте, игра... На этом сервере, да. Игра реально прикольная. Игра неожиданно прикольная, я бы сказал. Можете написать в комментариях, если вы хотите, чтобы мы позанимались вот такими странными вещами, типа, насоздавали там всяких вещей очень странных, очень непонятных, которые... не заслуживают даже 5 робоксов, вот. Можете написать об этом в комментариях, а мы на этом будем заканчивать. О, я прям к своему стенду пришел. О, да, на решеточке. Так что, да, на решеточке. Так что, всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчик нажимайте. Всем пока. Пока.